Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки с Китая. Пришла у нас такая посылка, вроде бы большая, а весит немного, весит всего лишь 73 грамм, учитывая, что коробка тоже не самая легкая, сама картонная. И давайте ее вскроем, посмотрим. Там, по идее, должны быть, получается, сейчас вам назову, как называется, car decorations, типа украшения для машины. Это у нас должна быть пленка, типа тонировки, которые цепляют вот на фару. Я, честно говоря, не одобряю такую вещь, то, что цепляют на фары тонировку. Да, не отрицаю, что выглядит это красиво, но лучше подобными вещами не заниматься, поскольку, не знаю, что ли отвлекает. Ладно, у каждого свое дело. Кто делает как хочет, но я это дело не одобряю, мне она нужна для других целей, машины у меня пока нету, поэтому мне она нужна для таких каких-нибудь проектов. Так, давайте ее вскроем. Ай, блин, ножик вообще ни о чем, вернее ножницы. Так, неудобно открывать. Блин, что ж такое-то? Ладно, вот таким образом мы варварским раскрыли. Так, у нас тут есть бумажка, которую неинтересно читать. И есть вот такая пленка. Первый минус, упаковали ее плохо. То есть, видите, она согнута. Да, конечно, в коробке она не помялась в целом, да, но видите, она согнутая. То есть, поскольку она согнутая, ее навряд ли получится уже использовать на каких-то ровных поверхностях, потому что в этом месте она будет отлипать. Вот такая пленка, тут, по-моему, не помню сколько, даже где-то около метра. Это вот реально тонировка идет для машины, или в нашем случае написано было как для фар. Но мне она нужна не в этих целях. Хочу пробовать затонировать, получается, одну стеклянную поверхность. В общем-то, возможно, даже сделал по этому поводу видео. Вот просто вот взял такую вот тонировку, хочу поэкспериментировать. Никогда ее, честно говоря, не клеил. Но минусы есть тут явные, именно в пересылке. Видите, вот тут вот в этом месте точно будет она отлипать или будут какие-то пузырьки. То есть продукт, можно сказать, при перевозке был достаточно сильно испорчен, потому что вы просто взяли, упаковали, даже хоть и в коробке она не помялась, да, это главный плюс. Но вы сами ее согнули таким образом, что ее навряд ли получится нормально использовать. В общем-то, я попробую. Единственное, что я думал, что она будет немного пошире, она достаточно такая узкая, но не знаю даже. Вот такая вот у нас пленка для тонировки. В комплекте у нас больше ничего не было. Так, вот допустим, вот сейчас однослойную возьму. Она не самая такая сильная, можно сказать. Я не знаю даже, как это, честно говоря, называется, но такая слабенькая тонировка, не сильно замутняет. В общем-то, примерно такая мне и нужна. Хочу попробовать, поэкспериментировать. Благо там поверхность вроде бы не такая, не знаю, замысловатая. Должно, наверное, на нее нормально лечь. В общем-то, мы это все дело попробуем. Возможно, сниму по поводу этого видео. Посмотрим, как получится. И вообще, если получится. В общем-то, вот такая вот посылка пришла. Ничего особо интересного в ней нету. Просто вот пришла, вот снимаю. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.